Так, привет всем, ребят. В общем, проблема у нас следующая. Заводим машину, неважно там на холодную, горячую, и наблюдаем. Так. Надо открыть капот, понятно. Вот завели. Вот, подходит срок техобслуживания. Не знаю, постараюсь так вот видно. Вот, то есть машина полностью холодная. Всю ночь стояла. На улице плюс 4. Вот, и сейчас ждем. Вот она работает пока. По ощущениям, где-то двигатель прогревается до 20 градусов и начинает работать вентилятор. Вообще никаких нет. Походу, что термостат. Купил термостат. Сейчас. Вот он, значит, термостат. Оригинал. Кто-то говорил покупать Прудовский. Прудовского не было. Вот он, наш термостат. Эпичный фейл, если дело было не в нем, да? Блять, сейчас ключи. Так, открыт капот. Сейчас это сразу омывайки, лампочки, хуямпочки, блять. Частоты задних двигателей.
Да, сначала включился вентилятор, что интересно, и сразу выключился. Так, антифриз в норме. Что интересно, столько вылилось, пока циркуляции, видимо, нету. Ну вот так вот, сейчас вот эту приблуду на место поставим. Я вот ее снял, чтобы она тут не мешалась. Это сюда. Так, вот так. Вот такой вот ремонт собственными силами. Я вот пытался собрать все, что удалось собрать. Так что не занимайтесь этой хуйней больше. Ну вот сейчас посмотрим, погрею двигатель, посмотрим, как заработает. Все. Свободах отойдем завтра к утру. Я не тру и ты не три, лепишки по три. Улыбнись, заходи в двиг. Ну вот, значит, у нас, не знаю, машина проработала буквально, ну не знаю, минуты две. Температура подходит, вентилятор пока не работает. Что интересно, включен климат. Раньше, значит, даже при выключенном климате машина работала, чтобы прогреться там где-то до 50 градусов, 55. Ну, минут 10 она тарахтела. Сейчас прям моментально. Что не может не радовать. Не знаю, будем ждать пока. Нет, как вентилятор включится. Сейчас, наверное, подождем. Если что, дольем антифризу. Вообще. Вообще уровень стоит. У нас нигде ничего не бежит. Вентилятор стоит. В общем, такой вот ремонт собственными руками, ребят. Ладно, подписывайтесь на канал.